Здравствуйте! Сегодня у меня есть маленькая радостная новость. Я запустила на YouTube второй канал и прошу вас помочь его поддержать, поднять и довести до монетизации. Как вы знаете, я сейчас почти ничего не шью и не перешиваю. Я получила много одежды от гуманитарных организаций и неравнодушных зрительниц. Пока нет постоянного жилья и стабильного дохода, нет смысла заполнять дорожные сумки ненужными вещами. Работа на данном канале временно сокращена, но не остановлена. Я по-прежнему отвечаю на все ваши комментарии и по мере поступления буду выкладывать новые ролики по нашей теме «Одежда для полных женщин». В нынешнем году моя жизнь резко изменилась, и я снимаю на камеру все эти изменения. Все, что меня окружает, радует, впечатляет, нравится, привлекает внимание. Мне нравится работа на YouTube, и я прошу вас поддержать мое начинание. Чтобы новый канал получил монетизацию, необходимо набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Насколько я знаю своих постоянных зрительниц, с вашей помощью мы сможем достичь этих результатов приблизительно за месяц. Что нужно сделать? Перейти на канал по ссылке в описании, по подсказке вверху или по заставке в конце этого видео. Подписаться на канал, нажать на колокольчик и заказать все уведомления. Смотреть видеоролики от начала до конца, а если есть желание и возможность, пересматривать их по нескольку раз. Нажимать кнопку лайк. Оставлять комментарии под каждым видео. Распространять ссылки на канал во всех социальных сетях и среди своих друзей. Со своей стороны, я, как и всегда, буду отвечать на все ваши комментарии и регулярно выкладывать мои новые видео. Новый канал видовой, полутуристический, полумузыкальный. Разговоров на нем не будет, только живой звук или красивая музыка. Я показываю улицы и природу в тех местах, где я временно проживаю. Сейчас это Испания. Я буду очень рада, если вам понравится мой новый канал, мои видеосъемки, впечатления, ощущения, мое видение мира. Заранее благодарна за поддержку моего нового канала и ваше благожелательное отношение ко мне. Благодарю за просмотр. До встречи!